Да, почта Хейвена, Джо Полсон. Привет, Джо, это я. Привет. Приходи домой к 6, я готовлю русское блюдо, котлету по-киевски. Она выпускает масло, когда ее протыкаешь вилкой. Извини меня, я мне придется работать поздно. О, Джо, давай. Твоя шефиня просто самый настоящий тиран. О, да, дорогая, она очень строго ко мне относится. Так ты скажи ей, что Бека Полсон хочет, чтобы ее муж приходил домой кушать. Да, дорогая, скажу. Пока. Это его уморит. Ты готов? Готов ли я? И ты спрашиваешь, готов ли я? Как говорит наша вывеска, ни снег, ни дождь, ни... Ни жара, ни волнение. Не могут помешать этим курьерам. Быстро завершить. Точно. Свои ежедневные обходы.